Давайте я вам покажу наш номер. Ничего особенного, номер обычный, совершенно стандартный. Значит, здесь входная дверь. И сразу с правой стороны, если вы прям не можете терпеть, как хотите, выпить, значит, это такой бар. Видите, вот здесь вот бутылки с достаточно тяжелым ликером. Что у нас тут есть? В общем, водка. Ну, в общем, вы видите, да? И вот здесь такие краники, и можно подставлять туда стакан и откручивать, у вас прям льется. Очень удобно. Это машина для кофе, стаканы, сюда можно класть лед. Здесь, кстати, холодильничек небольшой, и здесь всякие напитки, кола, всякое. Но мы пользуемся только водичкой отсюда, мы больше ничего не берем. Это бесплатно, это включено уже все. Просто мы не пьем никаких таких напитков. Мы здесь пьем достаточно других напитков, поэтому вы поняли каких. Но вот это мы не трогали. Это у нас как бы, ну, это уже слишком, прям приходить в номер и это, наливать тебе сразу. Так, здесь шкаф напротив. Прошу прощения за беспорядок, потому что мы здесь уже несколько дней живем, и поэтому... Вот, у нас не идеальный порядок. Здесь ванна, душ. Привет, друзья. Я в темных очках, потому что я без косметики, и выгляжу я... Ну, в общем, не лучшим образом. Тут наших много вещей. Значит, вот они дают мыло, они дают какие-то кремы, лосьоны. В общем, много чего они дают. Душ, душевая кабина. Ну, туалет, конечно же, и... полотенце, все это меняют бесконечно и дают много полотенец. Вот такая вот ванная комната. И дальше, значит, у нас кровать большая, прибольшая, вернее, две кровати большие вместе поставлены. Здесь большое зеркало, еще раз привет от меня. Это моя обувь, которую я набрала в неимоверных количествах. В результате я ничего не ношу, потому что я ударила палец. Здесь чистейший песок на дне. Но я нашла один камень и в море и стукнула об него так палец, он мне, в общем, весь посинел. И я хожу вот, вот в таких вот шлепанцах, вот на этом пальце у меня пластырь. Прошу простить за подробности. Дальше здесь как будто бы такая эра отдыха, где диван, телевизор, который мы ни разу не включали, и окно. У нас нет балкона, но у нас прекрасный вид. Вот это вид на бассейн самого отеля, вернее, тут два бассейна, вот этот бассейн, и там дальше бассейн, и, конечно, у нас вид на океан, бесподобный вид. Вот так вот выглядит гостиница изнутри, и видите, здесь есть номера с балконами, и есть номера без балконов. За балкон и вид вот на океан надо было дополнительно доплачивать, мы пожалели денег, но нам просто дали вид на океан и вид на бассейн, но без балкона. Что, в общем-то, честно говоря, мы в номере-то вообще бываем редко. Мы только спим здесь. Мы утром встаем, идем на море, идем в бассейн, идем в столовую, в ресторан. Вот. Так что балкон-то классная штука, но вот я не знаю, зачем он нужен и что с ним делать, потому что, в принципе, мы в номере находимся очень мало, но проснуться вот с таким вот видом очень приятно. Видите, все построено в таком стиле, сталинский ампир, я бы сказала, вот такие вот гостиницы, она новая, но вот она вот так вот сделана, вот в таком вот стиле. Пойдемте сходим вниз, я вам поснимаю, вот такая красивая дубовая дверь, фонарик возле двери, мы находимся вот в таком вот закутке, наш номер, и в принципе... Вот, мы с вами идем в лифт. Девушка стоит, может быть, она не хочет, чтобы ее снимали. Вот это выход с вид на улицу. Здесь тоже океан. Это другая гостиница. Вот это город сам. И с этой стороны океан. Ну, это такой, знаете, как полуостров у нас тут. В принципе, конечно, можно спуститься по лестнице. Да, мы пойдем на лифт. Что у нас тут за вид? Вот тот же самый.
Так, это лобби. Ну, здесь сейчас дикие крики, потому что идет футбол, народ смотрит. Вот это вот бар, который находится в лобби. И он тоже сделан в таком старинном стиле, арт-деко. Очень красивый, мне очень он нравится. Я вам сейчас его быстренько покажу. Мы здесь сидим по вечерам, пьем винишко. Можно, в принципе, сидеть и сейчас. Но просто сейчас, видите, днем никого нету, потому что народ в основном у бассейна и у моря, а вечером здесь много людей. Смотрите, какая красивая дверь. Ну и вот, собственно, весь сам бар. Какие красивые колонны. Какой красивый потолок. Здесь еще вечером играет живая музыка. Вот здесь есть рояль. Вот, видите, здесь играет пианист. Это вот этот вот бар. Один из, как бы, баров, ресторанов, которые здесь есть на территории. Это лобби, собственно говоря. Очень красивое, очень удобные диваны. Здесь люди из бара тоже приходят и здесь вообще приносят еду, выпивку, и здесь сидят. Это стойка, собственно говоря, регистрации. Посмотрите, какие красивые колонны. И какой, в каком красивом стиле, именно таком вот арт-деко сделано лобби. Посмотрите, какое красивое, какие люстры. И какое панно на потолке. Все украшено, все в цветах. Это все натуральные цветы. Замечательно, красиво. Вот там вот выход к бассейну. Сейчас мы туда пойдем. Здесь тоже небольшой такой бар. Но здесь просто столики. И можно просто здесь посидеть с какой-то едой, с какими-то напитками. Шустрые девочки-официантки. Здесь кофе, капучино и всякие сладости. Не буду вам показывать, дразнить. А здесь тоже один маленький ресторанчик. Вернее, это буфет. Здесь есть пицца разные. Разные салаты. Давайте посмотрим. Мы, кстати, здесь еще не были. Видите, как красиво здесь. Здесь всякие салатики. Здесь пицца. О, как красиво. Надо вот сюда сходить. Вкусненько. Очень-очень симпатично. И вот какие красивые здесь столики. Симпатичные столики. Ой, как вкусно. Я сейчас ничего. Мы только делаем, что едим. Здесь посмотрите, как мило. Очень приятное место. Но мы здесь еще не были. Сегодня среда. Мы здесь третий день. Я думаю, что до воскресенья мы сюда сходим. Но это как бы не ресторан. Не ресторан а-ля карта, а это просто буфет. Здесь лифты наверх. Другое крыло. Я приехала с другой стороны. Еще раз вам покажу лобби. Посмотрите, какое красивое здесь лобби. Именно сделано в таком вот стиле. Это гостиница новая, но они просто так вот ее построили в таком стиле, что как будто бы это... что она как будто бы старинная, не старинная, а как будто такая 20-30-х годов. Так, это выход в какой здесь фонтан. Это выход в бассейн. Видите, напоминает такой санаторий в Сочи 20-30-х годов. Вот там бассейн, Infinity Pool и море. Вон там вот сейчас все смотрят футбол. Там тоже бар, большой ресторан. А здесь... там есть еще один бассейн и выход, здесь выход к морю. А вы видели из окна, я вам показывала, что там бассейн у нас большой. Здесь очень удобные диваны.
на которых тоже по вечерам люди сидят. И здесь такой типа променад. Все здесь гуляют вечером, потому что выбирают, в какой пойти ресторан. И здесь рестораны а-ля карт. Они сейчас закрыты, и они открываются в 6.30, и до 9.30 они закрываются. Значит, это Кристалл, ресторан французской кухни. Мы уже здесь были. Все очень вкусно. Это ресторан мексиканский. Он, по-моему, сейчас открыт. Он, по-моему, открыт. А может и нет, я не знаю. Нет, просто здесь готовится к приему гостей. Он тоже открывается в 6.30. Вот это ресторан, который называется Black and White. Мы еще здесь не были, я не знаю, какая здесь кухня. Сегодня, наверное, пойдем. Это японский ресторан. Мы здесь были, здесь тоже очень вкусно все. И вот это уже буфет. Собственно говоря, вот эти столики, там есть столики на улице. Буфет, когда вы заходите и берете столько людей, столько вам влезет. Есть всякая разная еда. И буфет есть, он, по-моему, сутками открыт. Есть столики вот такие вот внутри, со скатертями, все прям так цивильненько. Но люди в основном сидят на улице, потому что погода хорошая. Жалко сидеть в помещении. Сейчас как раз не очень жарко. А вот это вот столики буфета, которые находятся на улице. И в буфет мы сейчас не пойдем, может быть, потом я вам сниму. Здесь лежаки, везде вот и тут вот море и пляж, везде здесь, конечно, можно спать, отдыхать, загорать. Вот пляж, собственно говоря, и бассейн. И сейчас мы пойдем к другому бассейну. Ой, там море, простите, был не бассейн. В общем, там всегда очень весело возле этого бассейна. Тут типа дискотека, музыка, вечный движ какой-то. Вот здесь вот бар. Вот здесь вот бассейн. Вот там вот бар в бассейне. Можно подплывать и тоже заказывать дринки. И здесь тоже, в принципе, Infinity Pool. И он выходит на море. Вот бар. И там еще один бар. И, как вы видите, очень весело. Как всегда, здесь с утра до вечера вот такой вот веселье. Помните, был фильм «Веселые ребята»? Старый советский фильм. Там был сюжет, проистекал в каком-то санатории в Ялте или в Сочи, в общем, где-то. Такой советских времен, 20-30-х годов. И там все такие вот ходили в белых халатах махровых, отдыхающие. И архитектура была очень похожа вот примерно на вот на что-то вот такое. Вот видите, здесь такие портики, скульптуры в бассейне, вот такие вот строения. Так, там идет футбол, там еще есть один большой бар, может быть, я туда подойду, там где-то должен быть мой муж с нашим другом, они пошли смотреть футбол, посмотрим. Так, здесь еще один бар, я не знаю, если меня слышно из-за телевизора. Вот, можно заказывать тоже дринки, вот тут телевизор, и здесь все шоу обычно происходят. Сейчас тут идет футбол, все смотрят футбол, здесь очень большое такое помещение, оно, в принципе, находится на улице, оно открыто. Вот. И вот здесь тоже можно сидеть на баре. Или можно вот сидеть вот здесь. Вот там вот пляж, а здесь тоже навесы и тоже еще один маленький бассейн. В общем, ну короче, лей пей. Если вы хотите есть или пить, то у вас достаточно места, чтобы здесь этим заняться. Везде, абсолютно везде. Очень много еды, очень много питья, много моря, много бассейна, много солнца. И, в общем, все очень расслаблены. И я должна сказать, что все это, за все заплачено. То есть вы платите деньги, все инклюдер.
вы платите деньги за путевку, так сказать, потом приезжаете сюда. Любой напиток, любую еду, любое все абсолютно, ресторан а-ля карт, и все, что вы заказываете, вы ни за что не должны платить, у вас уже за все заплачено. Единственное, что экскурсии. Если вы хотите поехать на экскурсию, то вы должны за нее заплатить отдельно. А что касается еды, питья, бассейна, моря и так далее, это все уже включено.